лечился с нашими здоровыми, а синяки от этого травмата и так далее. Так, надеюсь, вот поймаю, кто поддержал. Давайте вернемся, посмотрим. Я принимал вот несколько минут по одной паре включения. Я приехал, может, когда... Я люблю свою машину, знаешь почему? Здравствуйте! Приветствую вас, дорогие мои телеслушатели! Хе-хе. Давно мы с вами не виделись. Наконец-то я купил себе кабель. Я на самом деле купил его 2 дня назад. Так что сегодня стрим будет охрененно стабильным и чилловым на самом деле. А то я еще не проверял. Может, он и не работает. Но этого я не знаю, надо проверить. Ой, так, минуточку. Нужно загрузиться. Мы вчера сделали сохраненку. Сохраненка у нас вышла такая здравая весьма. Значит, вот, Майк Липс, я появился. Так, напишите пока в чате, слышно ли меня нормально, потому что это надо знать, это важный момент. Насколько хорошо слышно игру, насколько хорошо слышно меня. А я тем временем сгоняю, знаете куда? Сгоняю за жизнями, потому что жизни у меня совсем не осталось. Жил-был дед. Делал сам себе минет. Из каждого куста сам себя имел в уста. Вот такой анекдот. В данный момент времени вы можете наблюдать просто прекраснейшие виды ночного Liberty City, в котором я живу всю свою жизнь. И сейчас мы едем на почти уже убитой скорой помощи спасать человеческую жизнь. Так, одного бомжа уже спасли. Аплодисменты. Блядь. Водители какие-то сегодня ёбнутые. Он сел, не? После GTA 3 будет GTA Vice City. Да чё бы и нет, можно. Надо будет провести опрос. Можно будет сделать еще и думерскую GTA Vice City. Подожди, в смысле? А что за хуйня? Почему у меня оно розовым отображается? Ай, хуй с ним. Поехали миссии выполнять, пизду, мне надоело. Расскажи анекдот про Реал Пеппера. Про Реал Пеппера я тебе анекдот не расскажу, потому что он сам по себе человек-анекдот. Он делает такие обалденные видосы, что с них можно самих по себе ржать. Так. Прикинь, я плеуху дал триаде, он не реагирует. Ладно, поехали. Ой, выключись, чертовой матери. Так, чаттербокс нам нужен, чаттербокс. Включи нормальную песню чисто для пацанов, чтоб нормально было. А да извини, так и мы сейчас исправимся. Ой, видите, нормально еще все будет. Дальше, на очереди, о, какой рак, нормально, давай, да все. О, все, погнали, к Джои. Чанки-ли-чонг. Опять он своего буфало делает. Пеппер скатился. Да я знаю. Он еще давно скатился, когда меня из друзей удалил. Так, вот эта машина лучше. Это моя машина, это Жигули. Так, никаких джан. В смысле? Ага, я, кажется, понял все. Ну, как говорится, здравствуйте. Ты думаешь, я тебя не попаду?
Еще никогда это не было так просто. Пока. Я поехал. Вебки еще нет, еще не привезли. Одну секунду, мне надо кое-что проверить. Слушайте, а я очень умно поступил, что здесь бросил тачку. Сейчас мы, короче, по-быстрому ее захватим. Мать твою, да взорвись ты уже! Мать твою! Щит. Давай. Подожди, а что я не так сделал? Я так и не понял. Я не могу понять. Вроде же все сделал правильно. Если вдруг кто-то хочет, чтобы я песню про кого-то исполнил на гитаре, это все актуально, то есть это все есть. И видосы мы тоже смотрим, просто пока донатов нет, мы будем играть. Таковы правила. Так. Пока в больницу заедем по пути. Что-то мне кажется, сильно громко музыка орет.
Ты не то виска, я точно не то-то-то. Там-та-та, но то-то, приходи. Я устал чего-то ждать, я не хочу ложиться спать. Мне очень страшно, я хочу к тебе. Фургон надо таранить, пока водитель не вылезет. Понял. А то я забыл это. За что я люблю «Жигули», что в этой игре, что в реальной жизни, за то, что они умеют дрифтить. Притом делают это гораздо лучше, чем некоторые спортивные автомобили. Проверено на себе, лично, личный опыт. Вен Хейс, мы сейчас будем Вена Даркхольма воровать. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it over. Now hit it hard, punk-ass security guard should be there. Take it to the warehouse, dock so my guys can take over from there. I won't be doing the rounds all day, so don't hang around. Поехали выполнять миссию. Побыстрее. Так, погнали. Чё? Садимся в жигулятора. О, ништяк. Сейчас бы закурить еще сигарету. Здравствуйте. Сейчас будем таранить этого ложка. Жигули, конечно, не лучшая машина для тарана, но у нас иного выбора сейчас не предвидится. Дружище, ты так просто от меня не уйдешь, ты не думай. Сейчас будем объезжать его. Ой, тихо, нет! Сука, я это зря сделал. Ну ничего, ты мне должишь свою тачку. Я все равно тебя протараню, ублюдок. Ты мне это не думай. Сука, засранец, блядь. Ну ты на него погляди просто. Все, съебываем побыстрее. Блядь. Да пошел ты нахуй, блядь. Сука, ненавижу, блядь, эту миссию. Ебаный в рот, почему он загорается, сука? Эх, блядь.
She's on fire. О, донатище, наконец-то. Дожили, блин, до доната. Так, кто у нас там такой герой? Ну-ка. Сейчас на экране отобразится у меня. Сателлитер, спасибо за тридцатку, спасибо. Что? Сейчас глянем, что-то там у нас скинул в донате. Так. Так. Привет, пока донатов нет, может, сыграешь что-нибудь из плохо? Ну, а почему бы и нет, в принципе. Давай, или нет. Ну, раз уж мы выступаем на сцене, надо же встать красиво, правильно? Сейчас все устроим. Так, на сцене... Блять, на какой сцене? На сцене выступает группа Хуй. Итак, внимание на экран. Которым я еду. Есть адреса, куда не успеть уже никогда. Когда закончат долгую муку, и нам останется только забыть и простить. Я будто снова держу твою руку. Спасибо тебе за донат. Обязательно прослушаем мы твой трек, солнышко. КПН, спасибо за полтос. Мой дом, твой дом, новостройки. Его дом, их дом, новостройки. Его дом, их дом, новостройки. Его дом, их дом, новостройки. Ладно, давайте без этого пока что. Так, получается, что? Надо ж трек поставить. Сейчас в таксишку сядем, отъедем чуть-чуть. Так, трек. Я надеюсь, донатер скинул нам трек еще раз, потом. Какой-то очень мрак. Приду к тебе в этом бреду, я приду к тебе. Давай, да убей под басуху. Блять, на дозу страха похоже очень. Есть такая группа «Доза страха». Блин, прикольный трек, мне такое нравится, мне вкатывает такое.
я презентации в колонках играет трап. Видно, запил транк, вердите детство обратно. В старом здании школы в упорный первый укол. Отрублены женские головы, и это так мило. Я плюю на ваши могилы, умер могила. Я плюю ему могилу, соли умер. Сведение прикольное, кстати. Ваша мысль фистин, наш эсли, мэсли, пэсли. Я, хотите, вам бас добавлю? Тупо басуха долбит из Жигуля. Я плюю ему могилу. Не, ну он же в поваренной соли, я надеюсь, умер. Так, знаете, я придумал, как эту миссию, кстати, пройти. Короче, все элементарно, Ватсон. Блять, Сливка. Что-то знакомое. Сливка — это у нас фамилия какого-то маньяка этого. Сливку. У этого. У Фауста когда-то видел выпуск про Сливка. Так. В данный момент времени нам необходимо, знаете что? Нам необходима полицейская тачка. Потому что полицейская тачка, она крепче, чем обычная. Если мне не удастся ее спиздить, придется ее взорвать. Сука. Сука. Ну, пацан сказал, пацан сделал. А хули я предупреждал? Надо было открыться. Так, давайте радио включать. О, автоспорт. Так, давайте затор создадим. Создали затор. Теперь что мы делаем теперь? Так. А ну, а что теперь будет? Опа! Тихо, не едь! О, ништяк! Смотрите, как ювелирно. Я, короче, этот способ у одного ютубера видел. О, ништяк. Даже без очков розыска вообще ништяк. Е-е-е. Мое любимое регги. О, Semantic Media. Здорово. Semantic Video Group пришел ко мне на стрим. Наконец! Может, покажет новые работы, а может, не покажет, но это я не знаю. Я еду на грузовике, на инкассаторе, я еду. У меня есть сыр. Миссия пройдена, миссия пройдена, миссия пройдена, миссия пройдена, миссия пройдена.
Кальянчик заварен? Конечно, ты что? Еще как. Без кальянчика дело не попрет. Кстати, где он? О, демон поет MP3. Ну да, ну типа, АБМы. На недельку до второго... Нет, на недельку до второго я уеду в музыку. Нет. Но с экрана голубого слышен голос Соловьева. Говорит во всем виновны то Зеленский, то Гордон. От накала такого у него на полшестого. И зовут его в России наш вечерний мудозвон. От накала, от такого у него на полшестого. И зовут его в России наш вечерний мудозвон. На бис. Бис-бис, дымиска на бис. Рот ебис, шоу бис. Погнали. Настраивай ОЛО. Вебку привезут либо завтра, либо послезавтра. Хуй его знает, блять. Задержки что-то. Ну, не на стриме задержки имеется в виду, а задержки в развитии, блядь. А впрочем, что я на этом говне еду, если я могу ехать на нормальной машине, правильно? Правильно. Тем более я знаю, где ее достать. Смотрите, лайфхак, кто не знал. Здесь находится классная тачка, это еще... Еще когда впервые GTA проходил, я ее постоянно здесь брал. Она в своем роде лучшая. Ой, да ёб твою мать. Блин, а походу из Украины нельзя через DonatPay донатить. Разве? Это хреново. Блин, а как же это сделать? Надо будет сделать донат специально для украинцев какой-нибудь. Только узнать, какой есть сервис для донатов для этого. Окей, kid, drive me to... Понятно, сейчас мы будем на бимере кататься. С главным героем GTA Liberty City Stories. Только это говно я слушать не буду. Бимер — моя любимая тачка в GTA. Понял, принял. Надо будет сделать так, чтобы можно было из Украины донатить тоже. Хотя, в принципе, украинцам так и быть можно не донатить, я думаю, потому что оно и так в стране пиздец происходит. Лучше уж потратить эти деньги на нужды ВСУ. Но потом все-таки сделаю. Мало ли вдруг кто богатый.
В принципе, можно отсюда и не уезжать. Я слушал MSXFM. Вроде там была музыка из лица со шрамом. Она не на MSX, она на Flashback FM. Да, вот это вот. Давай ее найдем, в принципе, чего бы нет. Или на Lips 106. Посмотрим. На MSX один drum and bass. Что мне с ними делать? Получается 8 вал сан супли сопли уой вид ват уоре гона не ед. Что это значит? Блять, я не понимаю по-китайски, что это такое? Восемь шаров могут сопли пускать. Когда это, блядь, было? А, let's teach this wood. А, я понял, все. Проще простого. Научить какой-то говно хорошим манерам — это вообще моя профессиональная, как бы, задача. Смотря. Бан, блядь. Пощелкаем, как семки. Пока. Перевести GTA? Ну давай, хули нет. Итак, правильный перевод GTA от демона. Чё? Ну-ка настели на стены. Ко, хвылюсь, бо я вже в твоей осели. Дитько. Все, дитьку пришел, всех порешал. Пора двигать на Манхэттен. Так, надо глошку на зарядку поставить. Так, кто? Ой, блядь, надо Там мы поняли.
Я помню, слушал радио после GTA San Andreas, вообще не слушал. Но потом просто говно. Ну, было в основном. Хотя в GTA 5 неплохое радио, особенно там рэп классный. Там есть песня такая Кушкома. Блять, как отсюда выехать теперь? Я МС, Валера Боров, нихуя тупо танцую, блять! О! Сейчас будем на гамне ехать. Блин. Пора уезжать. Так, фак, это нечестно. Go to S, bitches. Ой. Но что, если жажда делать секс станет чуть сильнее? Да. Ту-ту-ту-ру-ру-ту-ту-ру-ту-ту. Радио в GTA 4 норм, особенно Liberty City Rock. Да, этот. Самое лучшее радио это Владивосток FM было в GTA 4. Там крутили классные песни самые. Блять, сука, заносит, как Жигули, блять, на льду. Я пока, в общем-то, не do a now. Известно, что ты пьешь, о чем ты врешь, как тянулись дни твои. Знаете, что я сделаю? Я понял, что я сделаю. Этот бимер, он непростой, он говняный. Ах ты мразь! Нет! Нет! Чтоб ты сдох, сука. Ебать. А в смысле? Одна жизнь оставалась. Ой, спасибо большое. Спасибо огромное за донат. Моя первая съемка на дрон. Ой, спасибо. Огромное спасибо. Так. Лимон, спасибо огромное. Сейчас посмотрим твою первую съемку на дрон. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну что, посмотрим сейчас мы, что ты там нам скинул. Так. Угу. Стрим. Стрем. Все, присутствует контакт. Лимон скинул нам 100 рублей. Спасибо огромное. Так, КПН, трек, который ты скидывал на прошлом стриме. Спасибо огромное. Так. Сейчас, на прошлом стриме. Сперва послушаем. Давай уж лучше сперва съемку на дрон посмотрим, а потом уж это, потому что это все-таки трек, можно его на фоне слушать. Давайте посмотрим съемку на дрон. Отражение в зеркале прикольное.
Очень прикольное отражение. Блин, Кёнигсберг такой красивый. Эта вот крепость, она вообще обалденно выглядит. Смотри, как красиво. Правда, вот непонятно, почему здесь она полуразрушенная. Это, наверное, специально как-то сделали. Такое ощущение, что рухнет сейчас. Судя по всему, это Кёнигсберг. Стоп, это YouTube Kids? Блин, классный дизайн в отеле. И съемка такая красивая, знаешь ли. Талантливо снял. Молодец. Это, ну, ты всегда талантливо снимаешь. Но тут мне особенно понравилось. Так, эстетично, зрелищно, красиво показал. Вообще супер. Так, ну что ж, теперь музыка. Блять. Челлендж задавить на говне кучу людей. Удался. Эй, Шахид. Сука, как они это делают? О, ништяк. Это супер класс. Я люблю свою машину. Знаешь почему? Just beautiful, пиди в пизду. Я выполнять миссии. Конечно, GTA 3 это не просто легенда, это одна из лучших игр в мире, я считаю. Наравне с мафией. GTA 5 меня периодически заебывает, а вот GTA 3 никогда. Эта игра, она легендарна просто. А теперь посъебан.
Идите нахуй! Идите нахуй, блять, от моей машины! Блять, сказал идти в пизду, почему не идете? А, блять, труп в багажнике, нихуя себе! Вот это прикол. Ты видал, какой трупешник, блять, в багажнике лежит? А ну, смотри, коп. Блять, ему вообще похуй, походу. Чисто у пацана в труп в багажнике, блять, а он... Ему насрать абсолютно, напрочь. Вот такие вот копы в Питере. Это когда совсем ничего не болит. Я беру свою машину, крепко жму на газ. Я люблю свою машину, это супер-класс. Я люблю свою машину, но ее не стало уже, потому что я сдал ее на металлолом. Это судьба всех «Жигулей». В Liberty City Stories была миссия с трупом в Бимере. Вот там копам было не насрать на него. Это да, кстати, вот что забавно. Там не насрать им было, вот здесь насрать. Откуда вы взялись, мать вашу? Смысл? Блять, братва, вы чё? Херась, они приехали, блять. Позднее зажигание. И так же резко исчезли. Братан, что выберешь? Банши или Жигули? Конечно, Жигули. Play footwear. Пиздец, потому что как-то раз я бухой убился под нее на своем Запорожце. Но, в принципе, это такая немножечко стыдная история. Вы из меня пример не берите. Я все-таки человек... Блять, радиоведущий какой-то долбоёб. 11 лет, я закончил 3-й класс. Меня на второй год оставляли 5 раз. Короче, следующий трек, давай еще там у нас по программе. Пивзавод 2077, 1000 минус 7 литров пива. Приятного прослушивания. У меня нет проблем, только алкоголизм. 1000 минус 7 литров пива, прости. 0 рублей в кошельке нагоняет тоски. 1000 минус 7 литров пива, прости. Им всем никогда меня не победить. 1000 минус 7 я в упоре уже. Да я алкоголик, но мне так пох. Не выхожу с запоя и мне так пох. Я чувствую вкус пива на губах, о. Им никогда не перепить меня никогда. Пришел с завода и запустил доту. Клонит спать, но только если под утро. Это под пивас на колени, сука. Я реально пьяный, это не шутка. У меня нет проблем, только алкоголизм. 1000 минус 7 литров пива, прости. 0 рублей в кошельке нагоняет тоски. 1000 минус 7 литров пива, прости. У меня нет проблем, только алкоголизм. 1000 минус 7 литров пива, прости. 0 рублей в кошельке нагоняет тоски. 1000 минус 7 литров пива, прости. Да я алкоголик, но мне так пох. Не выхожу с запоя и мне так пох. Я чувствую вкус пива на губах, о. Им никогда не перепить меня никогда. Да я алкоголик, но мне так пох. Не выхожу с запоя и мне так пох. Я чувствую вкус пива на губах, о. Им никогда не перепить меня никогда. Блять, алкаши какие-то это радиостанцию ведут. Не уважаем. Осуждаем алкоголизм.
Блять. Я из этой машины когда-нибудь выйду. У меня нет проблем, только алкоголизм. 1000 - 7 литров пива, прости. Поехали. Раз. Пошел нахуй. Пидорас. И как теперь выехать? Я в районе солнечном живу. И я люблю зеленую траву. Но пришла по почте хренотень. Чтоб прийти, я должен в тот же день. Пишет мне зеленый человек, что в казарме буду я навек. Пошел нахуй. Пидорас. Пошел нахуй. Пидорас. И я по свету белому хожу. И я просто ищу. Ой, я, кажется, знаю, что меня тут ждет. Ничего хорошего. Но их ждет сюрприз. Прикол, да? Приколдес. А где нога? А голову ты дома не забыла? Спасибо за машину. Мне ее очень не хватало. Жалко, тут нельзя радио включить. У копов одна из лучших по управляемости машин, но, сука, без радио. Это обидно. Как они вообще без радио ездят в машине? Зачем такая машина вообще нужна? Может быть, ты? Хай. Ури! Дождик. Лучшая управляемость, как я помню. Кстати, да. Но я заберу вот эту. Напердели опять. Украинскому постпанку? Блин, а я такой даже не знаю. Ну, к своей музыке я хорошо отношусь. Про природу ты заставляешь меня верить в своего Бога.
на моей земле. Вы знаете, почему у вас только что упал стрим? У вас только что упал стрим, потому что у вас, точнее у меня, упал ебаный ОБС. А тут играла пиздатая песенка, между прочим. Мудак. ОБС мудак. Осуждаю. С утра облёванное судно. Та-да-да. Окошко, тумбочка, кровать. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду. Пошёл нахуй. Ту-д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 у. Пососи хуй ебаный пидор, ОБС ебал твою мать. Воняет. Ебать пиздец. Хай. Блять, только не лимузин водить. Умоляю. Только не ебаный лимузин. Только, блять, не ебаный лимузин. Черный бумер, черный бумер, стоп, сигнальные огни. Блять, ну ты пидор, есть. За что я, сука, терпеть не могу этот лимузин? Так это за то, что он медленный, неманевренный и длинный, как мой. Ну ты понял. Я, кстати, примерно такой же по размеру. Так. Блять. Что забавно, почему-то эта хуйня умеет дрифтить. Плевать, конечно, прикольно, но иногда нужно и веселиться. А для этого существует группа «Сектор Газа» на радио. О, наконец-то, хоть что-то нормально послушаем за сегодняшний вечер. Именно. Совершенно верно, этот гандемон. Мощно. Дим, напить такие. В каждой руке и... Такой урод! Свин-свин! Свин-свин! Ой, свиньи приехали! Так, уезжаем от свиней. Давай, толкни меня, толкни. Молодец. Ой. Какую уже мы сейчас хуйню исполнили, вы бы знали. Не, братец. Это так не работает. Не, нормально его, конечно, раскурочило. Знаете, что надо мне? Надо насохраниться. Ту-ту-ту! Что такое? This might be part of the action. The game doesn't end until there's only one man left standing. Все ништяк, все, all right. 24-hour live
City Survivor. Natural selection has come home. Stretch Armstrong is now in your world. What's cracking, Liberty City? My name is Stretch Armstrong, and you're still in... Crazy right now, man. Yo, these game girls talking about doing it. Кто-кто? Панасенков на эту музыку анонирует? На какую? На Сектор Газа, что ли? Подожди, как... А, Get Way Vehicle. Понял. Та-та-та-та-та-ра. Вот это вот из Леза со шрамом музыка. Свин. Правильно. Путин хуйло. Осуждаю. Да, точно, флешбэк FM. Вот. Вовремя. Хуйня какая-то. Копов надо. Ну ладно. Сейчас копов стряхнем. Недалеко Pain Spray есть. Он прям здесь находится. Мой дом, твой дом, новостройки. Его дом, их дом, новостройки. Его дом, их дом, новостройки. Сальваторес говнище. По-моему, кстати, в этой миссии, насколько я помню, нас предаст Сальваторе. Нет, группу Нюрнберг я не знаю. Ой, да,
Так. Что, в принципе? Hey, get out of the vehicle. Нихуя себе, блядь! Ебать! Охуеть не всраться, блядь! Ебать, мой хуй в жопу! 666 рублей! Ну, проводили мы Ярис в добрый путь. Говорят, он убил двух человек в автосалоне. Теперь я боевая подруга Никитоса. Готова ехать куда угодно. Даже в болото. Не сцы, проеду. Лучше расскажи пару анекдотов про бездорожье, джипы и прочую оффроуд тематику. Мне будет приятно. Я, конечно, с удовольствием это сделаю, но сперва песенку. Нива Тревел, лучшая машина, лучшая машина в линейке АвтоВАЗ, лучшая на свете, самая-самая проходимая машина. У меня тоже была Нива в детстве, из автолегенд СССР. Хоть и осуждаем СССР, но Нива лучшая тачка, лучше, чем Гелендваген, лучше, чем крузак 200-й, и даже лучше, чем Хаммер. Потому что она твоя. Ну а теперь анекдоты. Был один хороший анекдот. Как-то раз, получается, что было? Едет как-то мужик на Ниве. И видит, стоит Жигуль. Останавливается, смотрит, а там сидит демон. А демон такой: ебать, Никита, это ты? А Никита такой: да, это я, здорово, как дела? Смотри, какую тачку купил. Такой: нихуя себе. А у меня опять поломался Жигуль. И тут Нива достает кривой стартер. И как заводит его. Прикиньте, завелся. Да. Заведенные Жигули — это уже анекдота достойно. Короче, ночь. Автостоянка. Уставшее авто хвастаются любовными похождениями. Жигуленок рассказывает: сегодня я Волгу прямо на перекрестке трахнул. Хвастается москвич: а я Ниву приезжал на обочине. А запорожец мечтательно так: а я с мотоциклом Урал в кювете кувыркался. А возмущенные голоса такие говорят: слышь, подлюка, ты что, гомик, что ли? А запорожец такой: вы что, братцы, я ведь только с коляской. Вот такой вот анекдотик. Зеленой Ниве. Короче, на авторынок покупать что-то по мелочи. Но он, в общем, остановился прямо у входа. Я ему говорю: ну не отъезжай, подожди меня чуть-чуть, 5 минут здесь буквально, перекурить хочу. Он такой: окей. Ну, я благополучно пошел, перекурил, значит. Выхожу, сажусь обратно в зеленую Ниву. Бати что-то рядом нету. Двери заперты. Я такой: странная ситуация. Ну, думаю, постою, подожду его. Сижу, значит, несколько минут, уже третью сигарету скуриваю. Замечаю, на заднем сиденье какой-то... какие-то странные вещи лежат непонятные, которые вообще не мои. И тут я понимаю, что сижу в чужой машине. Выхожу из нее, значит, смотрю, а отец припарковал нашу машину за углом.
И за всем этим, значит, наблюдает и ржет. Как же мне все-таки повезло, что хозяин был, блин, далеко. Я представляю, что был бы за пиздец, если бы он пришел тогда. Вообще, не, Нива, это охеренный аппарат. Никита Мурашов, как всегда, сделал мой вечер. Никита Мурашов, лучший донатер сегодняшнего дня. Он задонатил 666 рублей. А я повел поверх плюса на Game FM, лучшей рэп-радио станции в GTA 3. Е, пум-пум. Что лучше, GTA San Andreas или GTA 3? Чувак, это разные игры вообще. Это все равно, что сравнивать BMW с Мерседесом. Это вообще разные машины. BMW — это спортивный агрегат, спортивный снаряд, а Мерседес — это машина для старперов и бомжей. Ой, фу, мажоров. Я ездил как-то в Мерседесе, если честно, Мерседес, он, конечно, комфортный, но я бы его покупать себе не стал. Слишком эта машина умная. Я не люблю умные машины, я люблю, которые, знаете, как Жигули, которые полностью управляются человеком. Чтобы каждый узел и агрегат слушал только меня. Я все же считаю, что японский автопром 80-х, 90-х, 2000-х самый лучший. Ну, пожалуйста, считай так. И, конечно, есть хорошие машины, там Toyota Chaser Mark II, там в сотом кузове особенно. Иди нахер отсюда, блядь, триада поганая. Какие марки уважаешь? Ну, я уважаю вообще многие марки. Самые такие знаковые для меня в жизни — это BMW, Toyota, как ни странно, ВАЗ, ну, то есть Лада, но только классическая, то есть от 2101 до 2107. Еще мне нравятся, знаете, какие мне машины нравятся? Мне еще нравятся эти, кто? Чайзер — хорошая тачка, Крузак сотый хороший, 200-й тоже классный такой. Мне еще нравится, мне много чего нравится. Больше всего, конечно, я BMW хочу, но пока что нет возможности ее приобрести, потому что сейчас обстоятельства не совсем те, чтобы покупать новую тачку. Хотя, на самом деле, до войны, именно примерно в это время, я планировал ехать за своим бимером. Присмотрел одну неплохую Е39-ю. Даже в неплохом состоянии вроде. Но в итоге не купил. Ничего, зато потом куплю поновее что-нибудь. Может, возьму 46-ю. Если будет такое желание прям сильной тачкой завладеть. Демон, а стоит ли отращивать волосы в том случае, если меня... Если у меня круглое и маленькое лицо? Этот вопрос единственный, что меня останавливает. Да пожалуйста, отращивай, кто запрещает? То, что лицо круглое, это ерунда. Вообще, блядь, забей на свою внешность. Главное, чтобы ты себе нравился. А то, что... А другие подумают, это вообще хуйня собачья. Даже то, что я подумаю, это хуйня собачья. Потому что вообще любое мнение другого человека, отличное от твоего, это, ну, просто мнение, которое останется при нем. А твоя жизнь, она только твоя. Что пьешь? Я пью Кривоозерскую. Но это мечты. Да, все мы знаем, что демон, как всегда, будет всем рассказывать, как он хочет купить BMW, а будет сам втихаря на Жигулях своих ездить.
А что с мотиком? С мотиком, в принципе, все нормально, разве что там проблема со сцеплением. А так, стоит в гараже себе спокойно, отдыхает. Я сейчас особо не езжу, потому что как-то и желания особо не возникает. Больше так засел чисто в GTA, в GTA-шку рубиться. Когда стрим с вебкой? Когда вебка придет, она скоро уже приедет. Вот. Ты самый страшный в жизни, Март. Хотели в Украину, а попали прямо в ад. Зет, загнемся как... Ха-ха. А, спасибо. А ты тоже ничего. Кристина про тебя говорила. Я к ней каталась, сестра как-никак старшая. Ну и дороги в вашей Украине. Будто бомбили, пришлось по полям объезжать, и ты вроде тоже ничего. Спасибо, солнышко. Как хозяин, когда он 20 килограмм сбросил, я и тебя покатаю, но потом. Спасибо, солнышко, спасибо тебе. Я тебе показываю сейчас сердечко, но ты его не видишь. Ты его увидишь, когда будет вебка. Я люблю свою Ниву, крепко жму на газ. Я люблю свою Ладу Ниву, она супер класс. Я люблю свою Ладу Ниву, знаешь почему? Она проезжает везде, где даже вуки срать боятся. Да. Лада Нива — это лучшая машина в мире. Лучше, чем Нива, машины просто не бывает. Если я когда-нибудь куплю Ниву, я больше никакую машину покупать не буду, потому что эта машина проедет везде. Город там, где ты находишься, залупинцы не атакуют. Нет, не атакуют, потому что им дали пиздюлей здесь. Очень серьезных пиздюлей. Я даже немножечко видел, как это делают. Эх. Да, остался. Я же не трус какой. А раз уж машины порой угоняют, ну, как бы. Да, бывает такое. Дерьмо случается. Машина, которая проедет везде, это ноги. Машина, которая проедет везде, это Лада Нива. И еще крузак сотый с кенгурятником. Так, браза. Сейчас нам следует, знаете, как сделать? Нам сейчас следует подъехать поближе к этому входу, потому что в данный момент времени нас будут подставлять. Демон, Мерседес, это же то же самое, что БМВ. Ты хуйню несешь. Это вообще другая тачка, абсолютно. То, что они обе немецкие, это ничего не значит. Волга и Жигули тоже оба советские, но они как бы абсолютно разные. Мисти, шевели жопой. Не засмучуєш ти цим, це просто цигарки, ти також колись валив. Це було давно, щоб здаватися крутим. Та-дам. Обожаю пісні Слідена. Пісні Слідена – це моя життя. Блять, бадмани приїхали. Сука, бадмани, уйдите к ебеней матери в свой Вавилон. Небагато, бо на тиждень всього дві. Це просто цигарки, а буде більше 10. Милий колес, хочу я зупинюсь, повір.
Audi. Ну, в принципе, хорошая тачка. Особенно Audi S4 клевая. А чё ты не выходишь? Долбоёбка ты. А куда идёшь? Далеко собрался? Ну, ВАГ на самом деле хуйня та еще. Я честно скажу, я отношусь к ВАГу очень посредственно. ВАГ мне не нравится. ВАГ хуйня лагает. Лучшие тачки это BMW. Просто понимаете, ВАГ делает переднеприводный мусор, а BMW делает заднеприводные машины. Я не люблю передний привод. Я люблю машины, на которых можно навалить бочком. Вот видишь, я могу бочком валить. То есть я разгонюсь и буду валить бочком. Попробую то же самое на Volkswagen сделать, не получится. Золкина смотришь, не смотрю. Не знаю, кто это. Ага. Я все понял. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну что? Так, эй, а ты где? А где ты есть? Да ты шо, Васютка? Не, братан. Этого не надо было делать? Ладно. Я думал, наоборот, нам надо было это именно так сделать. Ладно, запасной аэродром в случае чего есть. Но это не ты. Не обольщайся. Вот ты мудак, честное слово. О! Инверсия доминирования называется. Извини, что сообщение удалил, телефон упал. Бывает. Алкаши. Убегаем по проспектам города. Знаете группу «Соседи стерпят»? Охуенная группа. Советую всем ознакомиться. Охуенные пиздатые. Я на их концерте как-то раз был, помню. Считаю, что там говорят в катсценах. Окей. Блять, он долбоёб выперся. Только стоило выехать. Не должно вас волновать. И мне на них вообще насрать. В этом мире нету места для меня. И поэтому я еду на Жигулях. Блять. Почему я каждый раз совершаю одну и ту же ошибку? Я отвечу тебе, я заменю Жигули на новую. Демон, а Lexus тебе нравится? Ну, Lexus тоже неплохой, но я в нем не ездил ни разу. Это, наверное, одна из немногих машин, которых я не ездил. Ой-ой-ой-ой! Это
вообще Думер ФМ или это какая-то хрень непонятная, какой-то очередной поп включил? Включи нормальную песню чисто для пацанов, чтобы нормально было. Ладно, извини, так и мы сейчас справимся. Так, что у нас тут дальше на очереди? О, Буэрак, нормально, давай, все, отключаем. Свет немного притуплен, когда тебя увидел, поднялась температура. И думалось более, смотря в твое лицо, пацанами задохнулась твоя совесть и культура. Подъехала девятка и пошла перезарядка. Тем, кто тебя касался, ползаю, фишка загадка. Надеюсь, что открою тебе не будет гадко, но не переживай, я работаю в перчатках. Обделен, взгляд немного притуплен, когда тебя увидел, поднялась температура. Я смотрел в твое лицо под штанами, задохнулась моя совесть и культура. Подъехала девятка и пошла перезарядка. И кто тебя касался, ползает в кишках загадка. Надеюсь, что открою тебе и не будет гадко, но не переживай, я работаю в перчатках. Культ тела, меня интересует лишь твое тело. Да, по факту. Кого как может не интересовать тело? Cut in the grass. Здравствуй, внучок. Короче, я заказал снюс с Алиэкспресса, но эти козлы его не привезли, поэтому мне нужно забрать дилера, короче, который меня обманул. Пожалуйста, проследи за ним, я хочу найти его и позвать спортиков, чтобы они его наказали. Короче говоря, я даю тебе за это 5 минут, и, короче, я куплю тебе Балтики 9, если ты выполнишь мою задачу достоверно, как я и сказал. Да, видишь, я лысею, потому что я испуган, потому что я очень сильно испуган. Вот, я не хочу быть испуган. Поэтому принеси мне мой снюс. Хорошо, принесу. Едем, короче, деду снюс, блять, выбивать. Да, парканись возле таксиста, который будет ждать дегенерата, который киданул на снюс твоего деда. Приходи ко мне слушать старые пластинки. Пу-пу-пу-пум. Блять. Ебать, я долбоеб, земля мне пухом. Холодный день, идти куда-то просто лень. Да и никто сегодня не звонит. Приходи. Демон, сделал бы коллапс с Владом Демоном из ТС. А кто такой ТС? Подожди. А, тупо сплэш, что ли? Блять, это уже история миллион лет как длится. Уже миллион лет я пытаюсь выцепить Влада из тупо сплэш, но не получается. Я даже не знаю его ВК. А так... Можно бы вообще-то придумать. Вообще лучше не связываться с такими людьми, потому что они трэш-стримеры, а я не хочу как бы участвовать в трэш-стримах. Я их не люблю, потому что там происходит насилие. А я осуждаю насилие. Даже за бабло. Только разве что с самим собой. Не-не. Так, демон, а ты ездил когда-нибудь за рулем УАЗика? За рулем УАЗика ездил. Было дело. Это, кстати, недавно было. Я еще на Луазе один раз ездил, но это был ад просто, адский. Потому что на Луазе не такая коробка передач, как на всех нормальных автомобилях, а сделана как-то по-дурному. Там вторая, короче, передача находится сверху. То есть там, где должна быть первая передача.
Скажи идиотизм. Ебаный Сбербанк, хуй задонатишь. Странно, он вроде работает. Ну да, трэш-стрим — это зоопарк для быдла, совершенно верно. Я их вот лично сам не смотрю, никому не советую смотреть. Знаете, какие я люблю стримы смотреть? Я люблю вот стримы смотреть там у Сагерона, у Лизарда. У Аляши классные стримы. А трэш-стримы — это какая-то херня. На приоре задняя там, где первая. То есть, серьезно? Пиздец, блядь, как на них ездят. Да не, мне кажется, ты пиздишь. Триадс энд трибьюторс. Блять, я забыл опять, что надо озвучивать миссии, ладно. Эти долбоебы бесполезны в любом случае, поэтому можно и без них. Ну типа она не внизу, а вверху. Пиздец, странно. Никогда в жизни бы не купил такую тачку. Так, хай. В смысле? Блять, два выстрела из винтовки выдержал, ебать он. До скорой встречи, до скорой встречи. Блять! Вот это, конечно, я сейчас обосрался. У них у всех зад гнилой, у всех. У кого у всех? У приор, что ли? Блять, неудивительно. Не-не-не-не-не. Не сегодня, ман, не сегодня. Бадман не пройдет. Я сажусь в Эсперанто. Самый, сука, медленный автомобиль на свете. А, блин. За руки через руки и муки переходили. Что, опять что ли? И тому я с тобою, и тому мы в любови. И не думали, ну у вас, да, маленький есть такое. Надо тачку Триад достать. Вот, кстати, собственно... Нет, это не она. Где тачку Триад взять? Мне надо автомобиль Триады. Хотя можно, в принципе, справиться и без него. Можно использовать гранату. У нас их, правда, всего две. Но можно еще молотов сперва кинуть. Такое, знаете, чистое. Наобум. Так, вот здесь они стоят, да? Да, они здесь стоят. Опа! Ха, видел? Гений. Ну да, это Скрябин поет. Просто Скрябин — это мой любимый певец. Так уж вышло. О, знаете? Я знаю, что я вам включу сейчас.
Сейчас поржем. Сейчас я вам включу самый шедевральный трек Кузьмы Скрябина. Только для этого сперва должен прогрузиться браузер. Не грузится браузер, нихуя, ну ладно. Раз уж браузер не грузится, значит, мы будем действовать экстренными методами. В Steam браузер говно. Блять, ебаный ОБС. ОБС, я тебя убью нахуй. Ты меня испортил, блять, охуительную приколюху. Ты мудак, ты в курсе? Короче, пацаны, блесталась и хуйня. Мне подруга наебала и куня. Нихера не сказала, бля, собака, бля, шева. Пришла, открыла визу в Испанию, паршиво. Я сказал, мала, бля, кончайте все приколы. Ты шо, дурна, бля, чё тихо, вдруг хора. Я слушаюсь и на рыне Украине. А ты, бля, пиздуешь до сраных мыслей. Я ебу и плачу, на работе хуячу. А ты тут черную мазу, сука, жиды попиздячишь. Будешь метрием сраку и разные варианты. А мне курва, я, бля, без тебя зарад. Испания, Испания. Именно так. Ой, блядь, что я сделал? Вот такая хуйня, малята. Я придумал. Я придумал, знаете что? Давайте так. 10 рублей и челлендж. Если я не выполняю челлендж, я выполняю что-нибудь другое. Например, бесплатно смотрю 1 минуту видео. Или бесплатно ставлю музыку, которую напишут в чате. Если я... Короче, такая штука вот.
Если я проигрываю, значит, в челлендж за 10 рублей, я либо смотрю минуту видео, либо слушаю весь трек какой-нибудь бесплатно, который мне в чате скинут. Любой. А если я выигрываю, то я просто остаюсь с 10 рублями. Так, проплыви до маяка около первого острова. А я же говорю, 10 рублей. Ну ладно, давайте первый, в принципе, можно бесплатно. Да, маяк около первого острова, я, в принципе, знаю, где это находится. Это получается, ехать надо смотреть как. Из Шорсайтвейла есть туннель. И через этот туннель удобнее всего попадать на первый остров. Потому что если ехать через мост Калахана, это долго. Но чувствую, мы именно так и поедем, потому что я забыл, где находится туннель. Хотя, в принципе, вспомнить можно. Давай на дальней станции сойду. Опа! Спасибо! Когда будут новые видосы, будешь стремиться к Никитой Моногатари. Уже совсем скоро. Никита какой? Погоди еще раз. Никита... Никита Мунгутари? Погоди, как его еще раз зовут? Что-то знакомое. Моногатари. А, Моногатари, блин, точно. Это ж тот, который про Васила еще мне рассказывал. Ну, слушай, если он мне напишет, почему бы и нет? Только пускай в паблик пишет, в личку паблика, потому что у меня личка закрыта. Если он напишет мне в личку в паблик, то почему бы и нет? В принципе, можно постримить, попробовать. Если мне понравится, можем даже на постоянке это делать. Пока едем до первого острова. Но это изич миссия, на самом деле. Это изичный челлендж мне дали. Потому что маяк на первом острове достать, это вообще, это проще простого, проще легкого. Этот маяк, чтобы вы понимали, находится в порту. А ехать до порта отсюда, ну, кстати, далековато. Ты там жив вообще? Не сильно бомбят? Ну, как видишь, жив. Добрый вечер. Так, маяк у нас получается... Так, это не маяк. Вот это у нас... Это буёк. А маяк находится немножечко дальше. Туда на лодке разве нужно плыть? Погоди, он, по-моему, здесь. А, он около Сальваторе, блин, точно. Сейчас за лодочкой тогда сгоняем по Быстроляну.
Лодка есть, лодки нет. Но не беда. Рушится крыша, украденная жизнь. Мы мечтаем не бояться. Здесь рушится крыша, украденная жизнь. Мы мечтаем не бояться. А никто и не боится. Что там бояться? Едем все по лондонскому туману. Боже, что? Никаких изменений ожидать. Лайфхак для всех тех, кто хочет это сделать. Короче говоря, у Асуки всегда есть лодочки. Становится все холоднее. Да мне кажется, что Клод бегает быстрее, чем машина задний ход дает. Кстати, Стингер обалденная тачка. По-моему, в реальности это Porsche этот самый. Блять, как он называется? Porsche Carrera, по-моему, это в реальности этот. Carrera GT. Хуйня это лодка, а вот это нормальная. Блять, радио в лодке нету, сука. Трек называется «Бишкек крыша». Здесь рушится крыша. Кстати, вы знали, что это крейсер «Москва»? Почему так? Потому что именно он взорвется в одной из миссий. Когда его Эйтбол заминирует. Эйтбол что-то знал. Да, Carrera GT это лютая тачка. Я как-то раз даже в ней катался. Это, блядь, не машина, это зверь нахуй. А вот и Баяк. Мы, кстати, можем его вроде как посетить. Вроде как. По крайней мере, я попробую это сделать. Где тут можно прикарковаться? Как говорил Иван Гамас. Прикарковаться. Не, прикарковаться мы нигде не прикаркуемся. Мы можем только смотреть. Ну, кстати говоря, маяк, как декорация, такой прикольный. Ну все, собственно. Челлендж выполнен. Иди ты нахуй, Вася, блядь. Что ты тут делаешь, блядь? Сколько настроение мне пришел портить, блядь. Похуевший тип. До свидания. Батман, блядь. Уже никто никого давно не просит. Ник вообще мой корефан.
Охуенный чувак. Мы вместе с ним защищаем ментально Украину от оккупантов. Так, надо таки прикарковаться. Так неинтересно. Бадман. Блять. Дратути. Блять. Шук, дед. Куда ты? Клод, ты еще не утонул. Не путай, Вася, не путай. Блять! Конечно, перепрыгивать в GTA 3 это одно удовольствие. Не, ментальная защита, она работает в паре с ПВО. ПВО, оно защищает от ракет, а ментальная защита защищает от ментальности. Крейсер называется Эсква. Крейсер Эсква. Стоять. Стоять. Кому сказано стоять? Догоню ведь. Серега, я тебя догоню. Ну все, Серега, пизда тебе. Что сигналишь, мудила? Ты мою тачку угнал. Это моя Кристина. Розсухай, вони хочуть чути тролль за мікро пародії. Пародії до цього я не звик, бо почуття до музики у мене ще не зникло. На тиму вималято, куро, це так прикро. Фанати плагіату, бо плаче інтернат. Баба, хато, силе, садо, сусе, м'ясо, комбінат. Це лайно і примітивно, чую десь пищий сигнал. О, ти не звик до цього, син хуйов, це оригінал. Ти не вандам, послухай, чувак, один там. Ударити в пам'ять як рак. Після панчу не вставається, тільки не жарт. Подалі мій кік, і це не гістат. І хай слухачі моїх перерахують по пальцях. Не засумують, не дали два сетри. Це смертальці, буду тільки радіти. Ще зловлення мух, нехай звичайний я хлопець. Але як ріває слух, краще буду робити, як цього захочу я. Краще буду писати, писати цю повість. Не шукаюся за славою, закуплюся слова. Не шукаюся за грошима, за увишу свою смість. Що, що? Я залізу вам на вуха, на стіни, на стелі. Дідько, вже хвилюйся, бо я вже в своїй оселі. Що, що? Я залізу вам на вуха, на стіни, на стелі. Итько. Новый дрифт корч. Here we go, here is all F we got. Ah!
типа привет. Не, китайские автомобили я не люблю. Я предпочитаю нормальный немецкий автопром. Дамы и господа, представляем вашему вниманию приятного аппетита, мудила. Самым глубинным смыслом в мире. Вот так. У меня большой писюль, я ебусь, я мшу. У меня большой писюль, я ебусь. У меня большой писюль, я ебусь, я мшу. У меня большой писюль. Ты как так, лол? Я что, двигатель ударил, что ли, лол? Что-то слабые какие-то машины пошли. Не, ну это, конечно, кал, но тем не менее. Пам-пам. Думаю, что ты не вспомнишь все мои черты лица. Но я знаю, что твой день у одного кольца. Ты красива, словно фен, как удар через Эйно. О, Манагатари, заебись, здорово. Если на стене ружье за... Thank you.
Ну и чё, пока, Димон. Россия вперед.